Сегодня в городе в онлайн-формате состоялась презентация сборника поэта, народного исполнителя, талантливого представителя казахского устного творчества Харибая Танатарулы. В сборник, изданный в канун Дня независимости, вошли его стихи и различные произведения. В ходе презентации известные ученые и литературоведы высказали свое мнение и поделились мыслями о творчестве поэта. Уроженец Тарбагатайского региона Карибай Танатарулы был известен среди любителей творчества своим поэтическим искусством импровизации. С юных лет он научился играть на домбре и стал молодым акыном. В основном его стихи рассказывают об истории страны, о защите родной земли и прославляют народных героев, отметили участники презентации. В ходе мероприятия литераторы, ученые подробно рассказали о творчестве Карибая Танатарулы. Исторические данные в творчестве, в произведениях Карибая Танатарулы восходят к гуннской эпохе до нашей эры. Это такие произведения, как «Ель Ауган» и «Ель Айрылган». Потом он занимался летописью нашей страны в период 19 и 20 веков. У всех его произведений есть историческая основа. Необходимо их проанализировать и написать работу «Исторические основы Карибая Танатарулы». Карибай Танатарулы был застрелен во время политических репрессий. Именно поэтому многие произведения поэта были преданы забвению. Только после обретения Казахстаном независимости началось изучение его творческого наследия. Аскар Игенулы был одним из тех, кто внес свой вклад в публикацию произведений Карибая Танатарулы. По словам ученого, первый сборник поэта вышел 9 лет назад. Я свою рукопись передал Турсыну Журбаю и Несибеку Айтову. Это 245-страничная книга, опубликованная в 2011 году. Также были некоторые дополнения к предыдущему сборнику. Ведь даже если публикуется отрывок из стихотворения, то в книге обязательно делается ссылка с указанием автора и времени публикации. Сборник, изданный накануне Дня независимости, включает в себя историю произведений Карибая Танатарулы и его стихи. Мы думаем, что этот человек оставил большое наследие, которое еще не дошло до людей. Благодаря исследованиям ученых, многие из произведений находят своего читателя. Я считаю, что Карибай Танатарулы внес значительный вклад в литературу и в духовность в целом. Как отметил председатель семейского филиала Союза писателей Мирей Карт, творчество Карибая Танатарулы обязательно займет достойное место в казахской литературе, а его наследие получит широкое распространение среди молодых читателей. Самат Секенов, Бердыбек Карымбай, Айдос Айткалиев, телеканал «Семей».